Концерт на колесах. Духовой оркестр ВМС оригинально поздравил одесситов с 25-й годовщиной военно-морских сил Украины. Современный репертуар и произведения известных классиков музыканты сыграли прямо в трамвае. Подробности знает Юлия Долгонюк. Мелодии, морские мотивы и легкий джаз. Духовой оркестр подобрал зажигательный репертуар. Это патриотичная, украинская, народная, військово-морская, эстрадного плана. Музыкальный трамвай с оркестром на борту курсировал от 2 до 16 станции Большого Фонтана. Затем с ветерком и отличным настроением. Обратно. Известные мелодии заставляли оборачиваться всех прохожих. Смотрю на их лица, мне тоже весело, потому что в людей радость на лицах, восторг от этой музыки. Громкими сигналами провожали музыкальный прогулочный трамвай и одесские водители. Просто заряжаемся теплом вокруг нас, которое люди нам дарят, которые нас видят. Поэтому легко работать. Музыкальный флешмоб Одесский оркестр военно-морских сил Украины проводит уже в третий раз. Юлия Долгонюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.